Театральный фестиваль «Сказочный мир» продолжает свое путешествие по Тюменской области. Его организовало региональное отделение Союза женщин России при поддержке губернатора. На этот раз остановкой стал Заводоуковск. Юным зрителям и их родителям показали спектакль Челябинского театра «Кукол. Лиса, заяц и петух» по мотивам известной сказки. На сцене всего 2 артиста и 5 кукол. Гости с Урала уже второй раз приезжают в Тюменскую область. В прошлом году они также были участниками фестиваля. В зале более, ну, около 400 детей, и были не только целевые группы, это детские сады, были и родители. Это очень здорово, потому что, в принципе, театр кукол и подразумевает семейный просмотр. Вот. Аплодисменты не смолкали. Ну и потом мы общались со зрителями, понравилось всем.